И всем еще раз привет, третий раз за день, с вами снова DarkX. Да, это уже третий ролик за сегодняшний день, но это того стоит. А именно сегодня в этом ролике мы будем открывать пятый раз набор Джейсон Вурхис. И попытаем удачу выбить ужаса Джейсона Вурхиса, алмазного персонажа. Сейчас я забираю души за задание. И нам хватит, чтобы купить наборчик. Так, третье задание. Ну, я ставлю еще на час, пусть мне души зарабатываются. И мы пойдем открывать набор с Джейсоном. Мы с вами уже открывали этот набор 4 раза. Один ролик был, я открывал 3 раза подряд вот этот набор. И был еще ролик, я открыл 1 раз этот вот набор. Напомню, шансы выпадения. Алмазный Джейсон Вурхис ужаса, которого я очень сильно хочу, 4%. Золотой слэшер Джейсон Вурхис 10%. Золотой неостановимый Джейсон Вурхис 10%. Он у меня есть, кстати, неостановимый. И карта золотого персонажа испытания 76%. Я категорически против, чтобы она нам выпадала. Я хочу алмазного Джейсона ужаса себе в коллекцию. Это будет мой пятый алмазный персонаж. Поехали! А прикиньте, тут сейчас мне Джейсон выпадет, этот ужас алмазный. Вот это я охренею, я буду безумно рад просто. Блин, там хвостика нету. Алмазный Джейсон ужаса, пожалуйста. А нет, слэшер. Ну, слэшер тоже хороший персонаж. А именно пассивочка. Вечный убийца. Даже побежденный Джейсон поднимается вновь с увеличившимся уроном и плюс одним очком силы. Дважды. Вот именно, он встает 2 раза после смерти. Данные для прокачки хорошие. 1014 атаки, 1014 здоровья. Конечно, не алмазный персонаж, но тоже очень даже неплохо. Я, кстати, давненько хотел и слэшера себе получить, и возможности не было. Так как я алмазного Джейсона не выбил, я хотя бы слэшера получил. Ну и я этому уже рад. Вот, глянем на него. Вот такой он. Здесь, кстати, спецприемы с кровотечением все, включая рентген. Ну а если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, все ссылки в описании. Обязательно подпишитесь на мой канал. А с вами был DarkX. Всем пока!